Меня зовут Сусарин Иван. Кино я, наверное, не имею никакого отношения. Я просто снимаю видео. Моя история. Я из города Чебоксары, очень маленький провинциальный город. Видео началось оттуда, я занимался музыкой. Так как музыка сейчас не может существовать без видео, пришлось взять камеру в руки. Мне очень было интересно фотографировать. И имея навыки фотографирования, я, собственно, взялся за камеру и начал снимать видео. Спустя какое-то время мои работы заняли какие-то там места на узких профильных площадках, там, посвященных хип-хопу. И я перебрался в Москву и сейчас нахожусь 3 года в Москве. В течение всего времени выполнения упражнений необходимо сохранять выбранную позу. Произвольные движения не допускаются. Если во время стояния вы почувствуете жар, тепло, онемение в каких-то местах тела, мышечные подергивания, дрожание пальцев, рук или ног, то не стоит волноваться. Это обычное явление на занятиях. Мне приснился сценарий, я его записал, начал потихоньку делать. Делаю грим, там какие-то визуальные эффекты подготавливаю. И моя дама сердца сказала, что... Проходит такая вот мастерская, называется «Сны на районе», мы посмеялись и решили подать заявление.